Сейчас мы чарку протестим, блять. А как протестить? Пацаны, не хилим. Сейчас мы тебя хилить не будем, ты умрешь и увидишь. Я просто хочу, знаете, я хочу ее как-то отслеживать в Тилмивене. Ну, чтобы я знал, когда у нее начинается КД. То есть, вот, допустим, она прокнула, я хочу знать. Ну ты посмотри. Не хилься, Войда, блядь. Она прокнула, что ты бафах увидишь. Хильте Войда и сам обхватал Войда. Не хильте Войда. Бидон, как дела? Да не, сейчас-то на, ну, да нахуй это на этом. Хотя да, на трэше так нормально смотреть. Ой, что-то не говорит. Так она каждые 45 секунд да? работает. Ну-ка, дай это. Блять, убьет меня, нет? Сейчас вот я вот спиной встал. Он по 5000 бьет, он вообще похуй не бьет. Блять, там отхил идет, пиздец. Надо в толпу пойти. А в клаку спустишься, потом мы тебе пизды дадим. Сейчас подожди. Она не работает, ВП. Так, сейчас я забегу, не хитьте. Я спиной прям встану. Оп. А, о, ты можешь, кстати, она уже прокнула. Работала, да. Вот сейчас я эффективность исцеления гляну. Вот смотри, защитник. Моя благодарность. 21 тысяча. Не, да, ну кайф. Спасибо. Вообще кайф прокает. Да я зайду в инст. Все, врывайтесь. А как она в бафах отображается? Как называется? А вот не знаю. Она в бафах не отображается, она работает как, блядь. Это... Она как хилка работает. Она да. Просто спасает и дает 21 тысячу хп. Она не так, как ревностный. Типа, если ревностный сработал, то типа КД на нем. Посмотри, наступник есть, КД нету. Сейчас гляну. Нет, на них а нет. А он не показывает. Нет, нету на них. Сначала ящерицу нужно убить в капюшоне, да? Что за ящерица? Для кого? Ну, побудитель. Дракон. Мне, кстати, ящерица в капюшоне. Дракон! Жалкая ящерица. Твоя магия просто смехотворна. Ты даже не гражданин. Это Брутал сказал. Как там звали эту бабу? Ну, не бабу, а дракониху. Вы там с Тэшем разберитесь, чего он ходит по всему рейду. Алло, почему? Ой. Ой, как дела? Может, хилить? Хуёво. Ну, видишь, так, ну, бля, нормально, приморозили, и все его, и обойдите от него, отойдите. Ну, видишь, Громозек. Громозек второй, да? Да, ну, пока что мы с ним. Чё, у нас новые паладины, бафы не раздают. Почему? Должны? Ну, за вот эти два инста, ГМ и ТТГ, я не слышал, что кто-то бафы просил. Ни лапы, ни кого, то есть ни кулака, ни каски, блядь. Кулак тебе зачем, если я кричу? Кричишь, успокойся, все хорошо. Кулак больше дает, чем крик боевой. Там нужно его апа на крик брать. Если кто-то не понимает, я вожу, чтобы вот эти вот пробудители, которые он ушел в рейд, чтобы они меня там... не откидывали волной, я просто не люблю, когда меня откидывают. Там у паладина в ретроспеке тоже есть ап. Да, кулака, и он дает да, больше. Ну, нифига да. себе. Топа, хули ты хочешь? Он Войд ревностного увидел, все, он больше ничего не видит. У него он по рейду гуляет обугленный. Надо чарку. Почему не гуляет, это я увожу. Цирк приехал. Да, как раз, блядь, цирк приехал. Ааа, Войд приехал. Пойду, ревностный приехал. Пиздец вообще. Теперь осталось выбить напала и на Мишку, а потом еще про товар сделать и на него выбить, блядь. Тогда я буду просто самым счастливым танком в мире, блядь. Ну, короче, как раз есть заняться чем до контента Т6, да? Да, в натуре. Белый кек. Вы кек-воробей? А потом эта же чарка будет резать 27600. Ну все, это будет бис. И потом тоже апать, да, надо будет опять? Да. Там шмотку, что апать, нужно просто токен будет купить. Вот уж поверь, на эту шмотку я поделаю квесты, блядь. Да не у тебя накопится, блядь, пока ты будешь ходить. Ну что? Да, они у тебя накопится уже. А, ну я да. Я сегодня выяснил, что у меня на каждом персонаже сделано суммарно 300 квестов ТТГ.
проклятый жесткий. На что я трачу свою жизнь? Ну давай, Лингер. А что там, желающих больше нет, у нас 3 слота так. Он сегодня днем смотрел, 7088 ежедневных заданий сделал. У меня 400 на всех персах. Эй, я еще взял суммунитива. Ну, Лингрен спекнись в третьего, потому что я не знаю, как гамазик он, ну, не удержит двоих, наверное. Я сделал всего 331 из заданий. Ты, короче, заберешь Лингрен первую копию сразу на 66, а ты гамазик на 33% разделения заберешь. Вот. Угу. Если он сдохнет, там еще репичи просится. Если он сдохнет, поглядывай за ним, там еще ебанешь там. Кулак, каска, блядь. Че, кто там? Сумма. А подожди, ты еще не спекнулись даже. Эти два тела. Ну я ретрика вижу. Ретрика вижу, но кулак не вижу. Непонятно. Да, блядь. Вижу цель, не вижу препятствий. Вижу ревностного, не вижу вайпа. Никогда больше. Сейчас будет. Некромантика в рейд, да? Нихуя. Некромантика давно не видел. Ничей голос не отзовется радостью. Никто не побежит в храм и с воплем. Да проклянут сей день проклинающие, способные выбить войду ревностного. Вызывайте скорую. Нет, сама я говорю, я ребята, согласен. Таблетки, где таблетки, блядь, где опять за котлета была, но она просроченная. Что хочешь сказать? У него нахуй, то он все. Давайте, будет. Давайте возьмем гильду пенициллина. Я видел, там был ник. А че не? Знаю, у меня одна у бромгексина. Войт уже на нем сидит. Налгин. Я создам эрдру с ником таблетки от головы. Да потом рыба, сказал, давайте этого и будем. Там перед боссом же дадим. Все, это поехали, я запускаю. А куда миликом становиться? Топа, не поел рыбу, он сейчас злой. Смотрите осторожно, придамажит вас. Дистанцию, дистанцию держите. Между собой. Все отойдите от меня, мне тут ревность сейчас прокнет. Сколько раз я это слово произнесу, блядь? Да когда я буду говорить? Не, ну... Ну реально, придумали интересную тему, реально кайф. Ты считаешь, что ты ДК с палом совместил, то есть прикинь? А еще КД какое? Упало 2 минуты нахуй, у меня 45 секунд. Бомба, да? World Flex, осторожно. Все, отошли, отошли от иллюзии все. А что бить? На войде. Красных или зеленых. Я понял, лутай, как дела, блять, под ебалом стоится нормально? Че там, блять? Да лутался, да. Не прохил. Готовимся, Хоппер, дай дать этот массакру и бабл на себя дашь, чтобы не откинуло тебя вы. Давай, быстрее, массакру и бабл. Быстрее, быстрее, быстрее. Успел, нет? Заберите эту тушенку, эту бешеную. Слава, паладин с двумя ревностными лучше. Ну, кто бы спорил, у меня группа лучше набор. Ну, Т5 на протопал одену, посмотрим. Не, да так-то заебись. Там с двумя Т5 на протопала, щит мстителя КД 2 секунды. Не знаю, вообще кайф, тема, супер. И там вот можно так вальвировать. Еще ее отслеживать хочу, эту хуйню. Вот а ты ее не, не отследишь. Надо подумать. Ты ее не отследишь. Может, Викаура может отследить? А есть те, ну, аддон, который тринки отслеживает, которые, ну, сами ну, скрывают? Да, ну, Телмивен отслеживает же, Телмивен может эту хуйню. А, ну, значит, должен... Телмивен надо вводить название спыла. Так и хули, название спыла, оно же написано. Что может сделать? Ну и все, значит, можно. Вашки. Телмивен может. Если... Я думаю, Телмивен тоже может. В теории, да, можно отследить, а на практике хуй получит. Вашка получше будет. Телмивен, конечно, хорошо, но если Вашка, то лучше. Знаешь, если я еще Вашку поставлю, у меня тут, блядь, минус один кадр в секунду уже будет. Не ноль, нахуй, уже просто минус один. Так уже еще будет. Big Brother. Поэтому... Да, Вашка так нормально хавается. Я думаю, в Телмивене как-то допытаться можно сделать. Слышишь, Агра? А что ты хочешь в Телмивене? Поставь себе Big Brothers.
Вот смотри, вот... Вот опять переагрил. Как? А ты, блядь, вообще даже не в этом, нахуй, не в топе, нахуй. Да, а его нету, а почему так было? Ну, главное... Я даже не жму ничего. Его мне... Это какой-то баг, нахуй, это какая-то залупа. Может, у тебя раса, Вэйдж? Какая у тебя раса? Найтворн. Кто? Не. Кто? Найт кто там? Не слышно было. Лично рождённый, но я говорю. Что ты что-то им нажимаешь, какую-нибудь хуйню? Да у него такого нет даже. Да по-любому есть какой-нибудь таунт, нахуй. Вообще по-любому найтборный есть, танки. Есть какая-нибудь хуйня? Да нету. Я тебе объясняю, я ничего на панели не нажимаю, чтобы... Так. Чем бы я мог сорвать? Некроз, удар, бродячая чума, удар плетья, озноб, атака, лик смерти. Сука, что-то в натуре ничего нет. Воспламенение, во, вот это что за хуйня? Я не знаю. Это... Тринка была. Заметка кто-то рядом стоял, блять. Нет. Почему Норлен срывает боссов на себя? При том, что в Омане он не показывается, а таунт не нажимает, и агро не нужно столько набрать. Может, он какую-то абилку жмет, которая таунтит? Да, блядь, нет, непонятно. Нет, уже объяснили. Может, посмотреть абилки и почитать, что они делают. Ну, от макроса юзаешь? Может, у тебя макрос какой-нибудь с танковской панельки ничего не снял? Ватка вот есть. Не знаю, вряд ли. У меня нет танковской панельки, я только ДК собрал. А хватка может приогревать? Да. Хватка может, вот хватку ты вот нажал только. Ну, это единственное, что я вижу. Я не вижу, чтобы он хватку нажал. Он нажимал? Я тоже не вижу. Ну, нет. Я вот вижу. Нет, не нажимал. Невозможно. Ну, было бы видно, была бы анимация, блядь, хватки смерти. Я не вижу у него хватки в рекламе. Там такие оковы появляются. Ну, фиолетовое говно. Матка смерти, нахуй. Мамка смерти. Ну просто так уже вообще не в первый раз. Мамка смерти — это матушка Шахрас, которая в темном храме. Восьмирука или скольки-то рука там. Шесть. Да, в шесть раз сильнее. Или четыре там. И Шива, короче, из Mortal Kombat, нах. Угу. Хомазек слева. Мобы твои. Что-то зависло все. Нет, все нормально. Бегут подписчики вначале. Депичип, что там вылетаешь по КБ? Че у нас тут так мало урона или что-то могу понять? А, я прокрутил это. Я просто вниз прокрутил, нахуй смотрю, что-то, блядь, там локи какие-то, блядь, у них. Топ ДПС только с другой стороны. Да-да. Смотрю, блядь, у меня же чуть глаз не выпал, думаю, сейчас мне убьем нахуй этого босса, блядь. Вот чё это, нахуй? Опять? Не, это какой-то... Я не знаю. Это какая-то залупа. Это кто-то на тебя напуливает, нахуй. Я не знаю, что это, блядь. Думаешь, топа прикалывает? Не напуливает, блядь. Не, это и без топа происходит. ТТГ так топа не было? Нет, не было. В том-то и фишка, что не было никого, блядь, чтобы напуливать. Пихан. Ну вот, смотри, Сержа. Сейчас добьем босса. Ну, в принципе, можете. Вот я тебе показываю трай с этим. Сейчас, секунду. С драконом только что. Ну, не ты... этот, а тут. Да ты вот, вот это трай, посмотри. Хватку смерти нашел, да? Не, если хватка смерти, может у меня просто рекаунт ее не пишет. Вот, ну. Вот, один. Сержа. Я не линкану. Ну, я не умею линковать, я с ним просто покажу. Будьте здоровы. Вот, хватка смерти. Ну-ка, это где ты посмотришь? Это ах... вот с этим с драконом, когда он сдох. Ах ты сволочь, нахуй. Ну, как бы, вот. Может, типа, я не прав, но вот, по-моему... Это кто у тебя? Это Details такая хуйня, да? Да-да-да. Ах ты, падла. Хуярит, сидит там, нахуй, хватку смерти нажимает. Я не знаю, как это, блядь. А, это даже этот рай. Это этот рай. Чего? Ну откуда у тебя, ну, хватка, у тебя, значит, смерти? Вы видели анимацию хватки смерти? Я не видел. Все, ну, удаляю. Я не нажимал эту кнопку, она у меня даже не в КД была. Хорошо. Не знаю, вытащи ее на панель. И когда в следующий раз босс сорвется на тебе, ты должен посмотреть на хватку смерти. Если на ней будет КД, значит... Так я всегда ее вижу, типа, она не в КД. Ну тогда я не знаю, что... Давай. Так, что смерти, это? Типа, я знаю, что они срывают боссы, но я не нажимаю. Ладно, похуй.
И специальный кусал. Ты танчишь и хомозек, да? Я и, наверное, ты. Я для прикола сейчас просто уберу с панели. Да как смысл? Бегаться тогда. Может на другую. Может быть. Типичек. Где-то. Это невозможно. Да, давай в этого. Я вот себя не вижу это. Все, в пизду похуй на эту хватку. Вот рыба. Репичип, ты где там, блядь, дрочишь? Опять, блядь, кажется. О. Поезд мотоцикл. Да, чтобы ждать, блядь, потише. Где репичип, еще раз спрашиваю. Рыба смерти вон стоит. Рыба смерти? А, давай его кикнем, так быстрее зайдет. Так. Значит, что-то... Что, кулак кто-нибудь кинет? А то я уже давно без него. Так. Минуты так. Две. Шалфир, давай ты во тьме поиграешь. Блядь, чё не едят? Где еда? Ну так, кулака нет. Вот Лингрен танчишь свет, там 9 и там 8. Там Шалфир сильный. Вот так. Шалфир, ты во тьме поиграешь? А, ещё некромантика. Щит не надо. Окей. Каску. Вот, то есть кулак. Некромантика... кулак не дали. Некромантика, ты демон? А всё, есть, вижу. Этот самый, Hop Your Die, ты чей перс? Прием, слышно, нет? Ты чей перс? Ты новый просто хэпал или чей-то твинг? Ну то я забыл. Два РТ. Короче, ты просто новый хэпал, да? Это, ты захилишь один свет? Потому что выхода нету. Ты можешь люблю щиты туда кинуть и все. Мы с бидоном тебя захилим точно. У тебя надо. Есть надо. Зачем туда? Ну в святой один хэпал захиливает. Этот, значит, этот самый, ладно. Так, ты не заходишь, просто остаешься с Лингреном, Hopper Die. Вот, главное его не урони, и все, на него частицу, все, и хиль. И этот, три остальных хила во тьме хилите. И первая, вторая фаза во тьме остаетесь, группа, а третья, четвертая выходите в свет. Некромантика, слышишь, ты во тьме остаешься. Все. Так, теперь зайдите за линию, проверка. Ты начнешь или мне начнешь? Ну давай попробую. Какая пати, куда прыгать? Ты только что же говорил, ты во тьме остаешься до конца. Значит, 100 тысяч IQ надо. На Лингрена напуливайте. Хокмастер тут. Бля, что за ФК нахуй? Каску дайте, кто там каску дает? Пало 2 всего лишь. А, или 3 даже. Я на пол уже кинул. Ну, уже кончился. Сказал, почему еще 10 секунд? Вы дайте каску там, ну. Хокмастер не принимает готовность. А чё вы долгие, нахуй? Я вот хуею. Забейте на эту каску, блядь, давайте тратить уже. Ну ёбаный, да, блядь, ну нихуя себе, блядь. Давайте шмут снимем тогда и будем тратить. Охуй, давай снимем. Да. Дали каску, нет? Процессе, блядь, бафнул каску, блядь, ёбаный в рот. Блядь, пиздец, нахуй. А вон, хант есть, нахуй. Лингрен, ты чё бафал? Прото. Ну, могу перебафать. Перебафай, сделай, чтобы каски были. Потому что там два других пала не раздупляются. Блять, сколько все раз бафал по новой предлагаешь, что ли? Hop Your Die. Ну, надо, чтобы была каска, кулак и МП5. У нас три пала. Войт, ты говоришь, что ДЦ нету. Да и похуй. Ой, блять, как долго, а? Ну так топа, ну на тебе бы не было каски, чё б ты говорил. Блять, вы теперь меня слышите, да? Мы надо тебя давно, мы тебя давно слышим, ты просто нас не слышишь. Нет, надо рацию отключить, блин. А то вы много лестных слов. Наоборот, рацию включить, а активацию отключить. А вы там на фул уже, да? Я перебафал. Заходи, давай всё, быстрее. У нас есть один слот. Мы уже пулять собираемся, хули, блять. Как раз сейчас 30 катится. Кто там курит, нахуй, вейп, нахуй? Это я так громко бегу. Всё. Пострадайте, у меня кулак усиленный, ты... Всё, иди, Линда. А, поебать вообще, да кого там усиленный? Ебать, что-то я какой-то уставший уже, заебался. Я уже тоже заебался. Так. Первый пошёл. Ого. Резу его. Mm-hmm.
Да, ну я не знаю, начни ты. Только что в DC сказали, что он начнет. Че вы? Не пристопнуть нихуя не можете, что ли? Смотрите Woman хотя бы иногда. Заходите, чё? Только не вот так вот под ногтями там не стойте, перебегите на сторону где-то темы, блядь. Не люблю щиты. Так, сейчас лезвие будет скоро, готовимся. СМТ-ка, короче, зависит. Двигаемся потихоньку. Развисаем, блять, хули. Синтек катается в свету. Группам. Я понял. Третья, четвертая на выход, тьма, стоп. Быстрее на выход, портал исчезнет сейчас. Быстрее, хули вы стоите. Притормозите во тьме. Вадикон в свету, давай, Геро. Метеор. Перебежали. Все, тьма, бейте. World Flex выноси. Шарик, не беги. Блять, 61 хуй. Ну, в свету вас там так дохуя, вы что, нас перегнуть не можете? У нас некромантик такой сильный. Метеор перебежали. Давайте сделайте 40. Бустаните. У них вон БЛ есть даже, блядь. Так уже был БЛ, блядь. Вот. Блядь. Как охуенно. Да, блядь, вроде далеко был. Нормально топ. Так, теперь походу сделают 40. Метеор перебежали. Бидон давай Геру. Мёртвый. Понял, блин. Опа, вот она. Ну, пожалуйста! А ты какую что хотел? Там, чешка на хила. На хила? Да. Нет, РДДшная. На РДДш. Там РДДшная чешка упала? Латы, да. Апокалы. Угу. О, Лёха, бери апокалы. Да нахуй они мне нужны. Я Геры хочу. Ну, блядь. Тож не хочет геровский. Вот я с Геры буду брать. Кто-то там очень сильно болеет или аллергия. Да, я. А вопрос, ты же написал в правилах, что шмот с РС-ки идет по консулу без ГП. Это было давно и неправда. Это было давно и неправда. РС 25. РС 25 оп, шмот 300 ГП. Блин, а что там? Больше была минутка было слабости. Консилятор там. Консилятор был. Выше. Он думал еще нажать, не нажать. Тапочку разролили уже, да? Да. Хоппер дай. Так, даю ИП за эту хуйню. Блять. Так, 70 плюс
260, это сколько будет? 310, да? Чуть случайно все эти титановые... На 100 сил титана вися ок чуть не скупил. Вот весело было. Да, ребят, напомните, пожалуйста, страту. Хорошо, перед пулом босс все расскажет. Ага, понял. Это сейчас кто? И коня, и ВК. Это база. Это кто просил струту? Да я, этому Андрей, я давно в РСК не был, хотел поинтересоваться, что кто куда, а в итоге оно и... Ну и все, ну нормально вспомнил, значит, по дороге. Да, блять, я, короче... Так, что мы, и ВК идем? Ой, сука, подождите, у меня, блять, мозг нахуй сломался, нахуй. А в ВК тапки падают какие-нибудь? Так. Какие-нибудь падают. Тебе на рогу что перекинуть? За ТТГ только, да? За ТТГ и... Не помню, ты ее ГМ кидал туда, не помню. А вон в гильду скинул, какие тапки падают. Не помню. Вот вот такие там крит, мастерство для ДД и вот такие вот для танка. За ТТГ на присте у тебя? На рогу, потому что я был шаманом. И за ТТГ и это на шамане. Так, сейчас за целка, блин. Целка тебя не было, да? Целка я на рогу перекидывал. Так, целка на рогу. Так что тебе надо? ТТГ, 2600 и ГМХ. Какой головняк нахуй с это перекидыванием нахуй? Сейчас куда мы? Так, вроде так. Так, теперь. А ВВК? Ну, короче, там всем 310, там плюс еще раз дать. Так, и вчера. Вчера РС-ку забыл накинуть 10%. А, и мне ты не накинул за РС-ку. Так. Ну кого? У Лидеринка 10%. Вчера, да? Да. Так. Что, заходить там? Да, я вроде не кинул. Да, заходи. А что это за 10%, кстати? Ну это ебаный этот, блядь, танкование, вот эта вся хуйня. А, понял. Так. И как, куда мы сейчас идем, что покорять? И Вика. Так мы Вика не покорим. Ты чё, с ума сошёл, что ли? Так, хулиндринг. Это вчера. Чё, ставь героик. Сейчас, да, и протонусит сюда. Может, лучше и Оня? 25 обычки. Ты шо, блядь?